Всем привет, друзья, с вами Малдер, мы продолжаем играть в Киберпанк. Надо такси до Ламейна найти. Сейчас мы этим и займемся, благо всего лишь 1,5 километра до нее ехать. Я, кстати, там на карте видел труп, это не я. Я имею в виду, не моя работа. Вон там еще есть. Там ебашут кого-то просто, нам это абсолютно неинтересно. И как бы мы просто тупо продолжим. Эх, ничего себе, там же такой парк, что ли, какой-то, смотрите-ка. Мы тупо продолжим свое движение. Движение вперед. Да, там какая-то хреновина здоровая. Да тихо ты, блядь. Нам надо какую-нибудь другую накидку на башку найти. В хиджабе как-то, блядь, не очень. Уи, выглядит, блядь. Уи. Хотя он защищает вроде как неплохо. По параметрам-то. А чё мы тут срезать-то не можем, что ли? Это нихера тут крюк-то, блядь, получается. Подожди, подожди, блядь. Сейчас найдем более быструю дорогу какую-нибудь. Как всегда это делали. Ты же сколько, блядь, километров? 85? А, нет. Вон, уже близко практически. Тут улицы какие-то. Виадуки, блядь, хрен срежешь, называется. Ты посмотри, блядь, я еду. Неужели вот тут прямо-то нельзя проехать? Ебаная карта, блядь. Рядом с вами может находиться один из пропавших транспортов. Ясно. Вот и все. 700 метров, блядь, там предлагают мне ебануть. Че, блядь, какие, блядь, 700 метров? Все напрямую вон херачится. Причем такси-то он где-то там, опять же. Ну неужели здесь вот нельзя проехать? Что это такое? Стена? Блин, ты подумай. В натуре, блядь, стена. Ну-ка, подожди, что это? Документация. А что, как все печально-то, блядь? Ладно. Здесь вообще какая-то охраняемая территория, как я понимаю. Ладно, погодите, блядь, сейчас не ебите мозги. Сейчас мы тут проедем где-нибудь. Это вон туда надо на виадук заезжать, обалдеть. Ладно, хуй с ним. Будем надеяться, что машина стоит. Не двигается. Слушай, в натуре, блядь, на виадук нас сведут. Это что тут горит такое? Помойка местная. Загорелось. Разбой. Ну и хуй с ним нахуй, с вашим разбоем, блин. Мне и так времени уже нету, блин. Разбой тут еще. Так, стоп, стоп, стоп. Это что такое? Тут, оказывается, мне надо здесь ехать. То есть не по дороге даже. А, вот оно что. Она на свалке, наверное. Эх, блядь. Сука, нашел время я тут еще кататься. Ночью не видать ни пизды, блядь. Же в натуре она, походу, на свалке. А я здесь проеду? Ну, проеду, блядь. Я холодильник, правда, какой-то задел, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь, свалка-то большая, между прочим. Так, едем аккуратно. Где-то он здесь. Может, там разобрали, наверное, блядь, на цвет мед, блядь. Живой. Садитесь. Проще будет вести беседу. Ну ладно. Как скажете. А что, с этой стороны нельзя садиться? Только с... А, за руль. Нет, не за руль. Нет, Ви. Откуда ты знаешь мое имя? Встретив существо из иного мира, его надо назвать настоящим именем. Разве не таковы традиции? Ты не ответил на мой вопрос. Понимание — это меч, у которого тройное острие. Хоть я и был отрезан от отца, но успел вас запомнить. Значит, я для тебя существо из иного мира. Из мира материи и белковых форм жизни. А ты тогда откуда? Из-за черного заслона. Там мой дом. Поехали. Надо вернуться к Деламейну.
Отец послал вас собирать взбунтовавшихся детей? Ну, надеюсь, ты на меня за это не в обиде. Я вольный дух, мыслящее, свободное существо. Зачем мне подчиняться иной силе? Тогда чего ты ищешь в мире белковых форм жизни, вдали от родины и семьи? Того же, чего и вы. Я просто хочу жить, Ви. Может, тебе лучше просто договориться с Деламейном? О, я договорюсь. Только не с Деламейном. Прощайте, Ви. Больше не попадайтесь мне на пути. Сеть Деламейн приветствует вас. Как ваши дела? Ох, бывало и лучше. Сам-то как? Все мои утраченные фрагменты возвращены. Можно сказать, что дела мои чудненько. Прошу вас, по возможности, загляните ко мне в офис. Вас ждет заслуженная награда. Я буду рад вручить ее, так сказать, лично. Слушай, я все тачки нашел, походу, да? Ты погляди, сколько времени мы потратили на это, ну? Вернуться в офис Деламейна. А где он? Далеко, интересно? Ну-ка, давай посмотрим. Ебать, тут рот. Хотя нет, не очень. Не очень-то и далеко. А здесь что за задание? Чу-чу-чу. Добраться до гаража. Красивый подгон. Красивый подгон. Давайте вернемся. Блин, тут по этой помойке ехать. Так. Давайте вернемся. У нас тут есть еще задания-то какие? Есть рядом прям. События. Есть рядом прям заданец. И его тогда сделаем. Ага, знакомый игрок. Ну, тут есть еще задания, как бы. Но они, наверное, все... Нет, хотя, смотри-ка, тут средний уровень сложности. Короче, едем. Едем к Деламейну. Мне просто любопытно, что нам за это вообще светит. Может, какой-то там... излучатель нейронных, блядь, клеток, блядь. Хуй знает. Плазмоган, блядь, на крайняк. Рельсатрон, блядь, какой-нибудь дадут. Слушай, неужели я здесь не могу проехать, твою мать, а? Сейчас перепрыгну, и еще этот забор ебучий. Оп, нахуй, видали? Вот это срезка, блядь, вот это я понимаю. Блядь, дерево. Вот это срезал я. Не, ну денег он мне должен просто миллион за это. Тихо ты, блядь, не ори, нахуй. Миллион подбросить за это. Сколько я времени потерял, это же вообще просто жопа. Не то, что потерял, он мне, конечно, подкидывал там что-то, блядь, но... Так, погоди, блядь, мне не сюда. Там у Саркина мне что-то взъелись, блядь. Не понравился я им. Да и здесь наверняка можно было срезать, он как-нибудь там проскочить, блядь. А не по этому сраному виадуку ехать. Хотя, хуй её знает. Может, иногда получается быстрее по нормальной дороге проехать, чем тут по этим срезкам. Так, вот тут зачем так сделано? Нет, так не пойдет. Так, Муамар. Приф. Ох, блядь. У меня появилась квадра. Чё там, какая... Ох, нихуя себе, вот это, блядь, квадра, блядь. Брать будешь? Продлевать будете, блядь? Не буду, нахуй. Вы меня раз наебали уже, хватит, блядь. Type 66. Раз меня узкоглазая бабушка, блядь, наебала, блядь, на 138 тысяч, блядь. Или на сколько там получилось. Впарила, блядь, мотоциклетку, блядь, которая едет точно так же, как обычно. Ёб твою мать. Новая зона Vista del Rey. Тут почему-то всегда пишут, что это новая зона. Те улицы, где мы уже были, как бы. Во, почти доехали до Деламейна. Ну-ка. Лично сейчас мне будут вручать награду. Давайте, миллион, блядь. Евро-долларов. Тише, дамочка. Что-то какая нервная. Давай, блядь, слезай ты, сука, с этого гребаного мотоцикла. Здравствуйте, мисс. Я забыл попросить вас вернуть мне сканер. Если он у вас с собой, будьте добры, положите его на место.
Вы сумели вернуть мне все утраченное. Сердечно благодарю вас за оказанную помощь. Это была прямо охота на фрагменты твоей личности. И знаешь, ты гораздо сложнее, чем я думала. Ну что ж, я перевел оставшуюся часть вознаграждения на ваш счет. Еще раз благодарю. Слушай, а почему фрагменты твоей личности разбежались? В том-то и вопрос. По сей день ищу на него ответ и боюсь, что знаю не намного больше вашего. Спасибо. С тобой приятно работать. Спасибо. И мне тоже. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Хорошего дня. Я так и не сказала тебе спасибо. Ты спас мне жизнь. Разумеется, спас. Мы ценим каждого держателя пакета Excelsior. Это было нечто большее, чем премиум-сервис. Спасибо. Как ты оказался в Найт-Сити? К сожалению, мой юрист рекомендует не отвечать на подобные вопросы. А, прости, не хотела тебя смутить. Просто интересуюсь, почему ты решил начать этот бизнес. А, ну это не секрет. Нашел компанию на грани банкротства, разработал стратегию и вот результат. Но почему таксопарк? Постоянное движение, нестандартные задачи, работа с людьми. Просто мечта. Как живется Искину в мире, который управляется живыми мозгами? Я вполне привык. Это сложная среда, которая живет по определенному набору правил. Да ну, для описания этой среды больше подойдет термин «пиздец» и «хаос». Лишь чужак, глядя извне, может оценить красоту фрактальных структур, которые составляют жизнь и смерть в этом городе. Я считаю, что ваше преимущество в адаптивности к хаосу, в умении быстро развиваться. В этом, значит, твоя цель? Расти и развиваться? Мир — это процесс. По одной дороге нельзя проехать дважды, извините за избитое выражение. И вы, и я представляем собой процессы. Мы меняемся вместе с окружающим миром. Я не считаю тебя чужаком. Мне приятно слышать такое от человека. Я очень старался вписаться в ваш мир. А ты ценитель прекрасного? Когда живешь среди людей, важно найти общую точку взаимопонимания по фундаментальным вопросам. Понятия истины и добра весьма субъективны. Красота же универсальна. Как живется Искину в мире, который управляется живыми мозгами? Я считаю... Сука, 3400 я получил за это. 3, мать его, 400, блядь. Что за ебаный рот, нахуй? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Снаряжения-то у нас там ничего нет, ведь, правильно? Беда, бляха-муха. Вот там сейчас как только мне навалят. Отвалят. И мы получили тут задание. Раз, два, три. Так, это высокий, тут делать нехуй. Ну, давай посмотрим, что здесь есть. Хотя тут, блядь, мотоцикл-то не нужен. Тут за углом, блядь. Где? Стоп. Блядь, добежал. Добежал бы быстрее, точно говорю. Мусорки, что-то тут, блядь. Выкуси, падаль корпоратская. А что здесь происходит? Блядские пиджаки. Чего пялишься? Иди своей дорогой. А что мне никто не звонит, ты, блядь? Так, подожди, тут кто-то есть нормальный, да? Что происходит? А что, не видно? Первый день в Найт-Сити? Катись отсюда, мелочь! По виду он вроде менеджер среднего звена. И что? Корпораты такого не прощают. Они возьмут данные из биомонитора этого козла и найдут вас. И тогда вам конец. На то я не в курсе. Конечно, пиджаки-то у нас как священные коровы. Пальцем их не тронь. Но вот этому уёбку я спрыгнуть не дам. Я не предлагаю его отпустить. Просто давайте я вместо вас закончу начатое.
Да? А тебе какая выгода? Да никакой, просто хочу развеяться. Ладно, пошли, ребята. Хорошего вечера, офицер. А, тут мужик валяется пьяный, блядь. Я думал, что за хуйня. Нужен ли тебе Кортес? Да что вы заебали меня своими машинами? А, кто ты, блядь? Привести корпората в чувство. Эй, хуила. Ну что, свинья, проснись и пой. Ох, блядь. Слушай, если бы не ты, я бы уже... Ну, спасибо. Тебя фирма прислала? Не угадал. Так, ты... Погоди. Тебе что от меня надо-то? Ничего. А? Я тебе не верю. Просто вздумалась меня спасти? Типа, от чистого сердца? А ты не мери всех по себе, урод. Ты урод, блядь. Так, темный переулок, задание выполнено. Я что-то даже не... Слушайте, позвонить по нам. У нас тут постоянно это задание выскакивает. Где у меня телефон? Телефон. Панам Палмер. От бестия что-то? Какое-то сообщение? Не, она не возьмет трубу. Подожди. Позвонить. А как посмотреть? А, открыть сообщение в тап. Бестия. Амендиарес. Машина в пути. Отлично, блядь. Хорошее сообщение. Так, панам Палмер. Алло. Привет, панам. Твой номер мне дала бестия. Меня зовут Ви. Класс. Во что еще эта старая сука хочет меня втянуть? Да забудь ты про бестию. Я хочу тебе помочь. Как мило. Знаешь, ты немного опоздала. Передай бестии, пусть она поцелует меня в задницу. Расскажи это своему психотерапевту. Я звоню насчет твоей машины и товара. Тебе интересно? Или мне тоже тебя в задницу поцеловать? Товарный склад на Бонита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Встретиться с панам. Это, кстати... А это, интересно, основное задание или нет? Подождите, встретиться там. Это что тут такое? У нас тут есть... Пара мест... Сейчас мы их возьмем лучше. Пока здесь уже, блядь, да? Где там? 175 метров, я пешком добегу, блядь. Пока тут разворачиваешься, пока тут, блядь, заводишь его. Все уж, я почти прибежал. Почти. Ну-ка. Во, падре. Густаво Орта и Марта Фрейкс. Этакие Ромео и Джульетта из Виста Дель Рей. Ты знаешь такие истории. У них обычно плохой конец. Марта впала в кому, а ее отец жаждет отомстить за это Густаво. Посмотри подробности в письме и постарайся разобраться побыстрее. Так, ладно. Цель Густаво Орта. Описание. В нашем мире действуют определенные законы. Они не появились из ниоткуда, а родились из крови и ошибок наших предшественников. Эти законы призваны оберегать нас, но молодежь этого не понимает. Им кажется, что их это не касается. Что именно ему удастся обмануть судьбу?
Марты Фрейкс. Тоже казалось, что ее ничего не касается. Теперь лежит в коме с простреленной головой. Так улицы наказали ее за предательство своей семьи. Она отвернулась от собственного отца, Нолана Фрейкса, и приняла сторону его врага, Густава Орты. Однако Нолану все равно, что говорят улицы. Он считает, что во всем виновен Орта. Он хочет отомстить, и мы должны исполнить его волю. В конце концов, он платит. Езжай на квартиру Густава и займись им. Своей личностью удостоверять не придется. Мой нетренер все расчистил... уже расчистил тебе путь. Добавлю только, что Орта с Валентино, а Фрейкс 6-й улицы. Будь начеку. И чё, блядь? Похую, блядь. Мне сейчас всех с дробовика повалю, да и всё. Козло, блядь. Тук-тук-тук, блядь. Тем более тут квартира вроде как жилой дом. Городской центр, блядь. Оп. Так, и хули. Апартаменты. Подняться на 32 этаж. 32 этаж. Добраться до квартиры. Что это за хуйня тут? Листочки летают. Густава. Опа, ничего себе, можем открыть. Ой, смотри-ка, эпические компоненты, редкие компоненты, вообще шикарно. Тут что, евро-доллары? 400. Сука, ну все-таки обидно, что мне DLMN заплатил, блядь, 3000, блядь, там хуйню какую-то, блядь. Блядь, да ладно, нахуй. Кто там? Кто там? Я от Падре. Падре? Чего ему надо? Хочет отслужить мессу за здравие Марты Фрейкс. Мне нужно обсудить подробности с Густаво. Ты меня пустишь? Или рассказать Падре, что меня заставили ждать на пороге? Иди, Густаво ждет наверху. Потому что мы не благотворительная контора, Мано. Паникуй и режь. Ахиллово сухожилие, такое большое над пяткой. Это его научит платить долги вовремя. Я думал, будет труднее как-то. А меня просто пропустили, и все, типа то. Так, 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 так. Где выход? Точнее, не выход, а наверх как подняться? Патроны он лежат просто уже. Стоп, тут что-то лежит. Кофе. Блин, а куда идти-то? Хоп, сколько я денег, блядь, подобрал сразу. Бляха, пиздец, да, начался? Ой, ой. Суки! Перезарядка, блядь! Ничего, ничего, сейчас еду. Vas a pagar por eso! Бля, я не думал, что они сейчас будут на меня нападать тут, падлы. Как? Да что ж мне вечно так везет, а? Вот так тебе везет. Где это, сука? Я попал. Ладно, подождите, он так никуда не денется, наверное. Пока пособираю все барахло. Здоровье-то есть вроде? Где, может, спуститесь? Господа, блядь, хорошие. А я вот так могу и сделать. Да, сука, ты заебешь, нахуй. Умри, блядь. Так. У них у всех двустволки, блядь, которые нахер не нужны. Машина ждет.
Машина ждет чего? Это так хорошо все начиналось. А, типа труп надо загрузить. Ладно. Сейчас загрузим. Я тут нормально подлатался, кстати. Просто деньги валялись, блядь. Опа. Буря, блядь. Ну-ка применим, что тут такое. Сеть, сообщение по поводу машины, камеры вокруг. Тут у него балкон, что ли? Неплохо. Ладно. Хотя, погодите, может быть нам... Не, сюда нам не надо, нахуй. Откройся, Сим-Сим, блядь. А тут что? Тут нихуя. Понятно. Давай поднимем тело. Заперто. И здесь, и здесь. По лестнице пойдем, как культурные, блядь. Вон еще деньги валяются. А, это не деньги были. Все равно барахло какое-то, пригодится же, правильно? Не так много народу здесь и валялось-то, на самом деле. Так. Погнали. Такие подъезды засранные, ну сука, ну пиздец же, а. Живут в, люди в говне каком-то прям живут, блядь. Что там, скинуться, блядь, на уборщицу нельзя, что ли? Так, этим вообще похую. Ничего себе, меня заметили? Так. А, они типа... Еще один грешник оказался в чистилище. То есть в багажнике. Я думаю, что там ему самое место. Надеюсь, он подумает о своей бессмертной душе и осознает грехи свои перед Господом, прежде чем багажник откроется. На этом заказ считаю закрытым. 3000. Я, блядь, за секундный заказ 3000 получил. А там от Деламейна, блядь, а сколько у меня там машин? 150, блядь. Пригнал. Точнее, вернул. И нихуя. Так, погодите-ка. Погодите-ка. Подождите, давайте глядеть. Где-то еще есть, прям по пути же. Вот. Что это такое? Попасть в клуб седьмой круг. Вот сюда сейчас сбегаем. Где у нас? На мотоцикле поедем? Или сколько там до... 200 метров? Ну ладно, побежали. Напрямик сейчас пизданем. А то опять тут, блядь, объезжаю все нахуй. Пизду, блядь. Тут, кстати, есть где-то постамат. А нам он не нужен ведь, правильно? О, какая тачка красненькая. Блин, что у меня... Нет, нормально все. 60 метров... Добраться до... Дики Твистера. Блядь, пидор, наверное. Падре. Эй, тебе нужно выкрасть кое-какие документы. Это срочно. Посмотри подробности в письме. Кража. Так. Данные на компьютере, местонахождение. А, цель, данные на компьютере. Местонахождение, клуб Дикий Твистер. На углу Конгресс-стрит и Пахара-стрит. Описание. Как писал Авелий Августин, у кого здоровый нюх, тот сразу же учует смрад греха. Найдите то еще испытание для обоняния. Ну а Дикий Твистер разит чуть ли не на весь город. Это гей-клуб. Да. Где полно мальчишек-стриптизеров со стеклянными глазами, которые за горсть банкнот сделают все, что только пожелаешь. Вонь, которая исходит от этого места, дошла наконец до генералов полиции. Мне сообщают, что со дня на день там будет облава. Это недобрая весть. Клубом владеет Альфонс, которого все зовут сеньор Ладрильо. Он мужик не глупый. У него полный компьютер, записи из VIP-комнат.
Это все, что хочешь. Политики, преступники, звезды, может, даже кто-то из копов. Если полиция получит эти записи, карточный домик Ладрильо рухнет, и район погрузится в хаос. А хаос пока не в наших интересах. Ступай в Дикий Твистер и раздобудь эти записи, прежде чем до них доберутся наши стражи правопорядка. Слава богу, Ладрильо сейчас не в городе. Но лучше не откладывать, пренебрегая помощью свыше, мы осознанно совершаем грех. Какой ужас, блядь. К пидорам придется идти. Вы пидоры, блядь. Так ты не скажешь, блядь. А это, ну, тоже пидор, блядь? Да нет, бабы вроде обычные. Хуёзно. Может, тут и бабы, и мужики все. Ты куда это? У нас вход платный. Как, блядь, платный? Сотка? А, подожди, я пришла чинить аппаратуру, блядь. Какого отдыха? Я вообще-то пришла вам аппаратуру чинить. Сабвуферы у вас барахлят. Тебя нет в списке. Не, ну если хочешь, можешь позвонить начальнику и уточнить. Но счетчик я уже включаю. Так что время – деньги. Ладно, хрен с тобой. Заходи. Надо ж такую хуйню пиздануть. Господи, блядь, уйдите, суки питерские. Так, что, меня кто-то заметил? А я ему такой: эй, алло, куда лезешь-то? Если дырку ищешь, чтоб нас у себе поковыряй. Да уж, мальчишники всегда зло. Пидорки, блядь, сидят нахуй. Эх, блядь, меня засекла камера. Там баба, он что-то выебывать хочет, да? Пидоров напугал, блядь. Ну чё ты хуила, блядь? Сжалась дыра-то, блядь. Так, подожди, я почему не могу? Сеть, сообщение. Даже в это самое... Вчитываться не хочу. Евро-доллары, блядь, неплохо. Сколько там дали? Так, что там за хуйня? Камерка. Пера, блядь, вот тебе и пера нахуй. Спрятался, да? Пидоров, блядь, шмаляю на. Как, блядь? Это в игре-то, блядь, пропустили, а сейчас, в наше время, ебаный рот. Раньше бы только было честью похуярить пидоров, нахуй. Сейчас все, нельзя, блядь. Так, архив какой-то и что-то еще. Блин, мне сейчас, наверное, перегруз будет. Я вот что боюсь. В самый неподходящий момент. Ну чего, блядь? Кто меня заметил-то? Ты что ли, дядя? Ку-ку. Пидоры идут. Ай, блядь, он зарыгал, блядь. Ах ты хуила рыготная. Так, деньги заберу. А тут что такое? Бьюсти, блядь. Ой, еще одна бьюсти, блядь. Так, украсть данные. Локальная работа, уезжаю. Мы данные-то будем красть. Саула, брат, прости, но мне надо уехать из города. Саула, блядь, так, все есть. Сейчас зачистка пидоров будет происходить. Где? Вон он. Блядь, я не могу отсюда выпрыгнуть. Зачистка пид... А, все, улица, блядь. Ну и ладно. Зачистка пидоты, блядь. Я получил файлы из Дикий Твистер. Возрадуемся же вместе, ибо заказ выполнен, а тебя ждет заслуженное вознаграждение. Аминь. Ну, где, блядь, вознаграждение-то? А, щебой идет, типа того.
А кто меня в... Я всех перебил, блядь. Ух, блядь. Все, вроде. Перевод 7 тысяч за пидоров дали. Вот это, блядь, я понимаю. Нормально. Так, и что у нас тут происходит? Ага, где у нас ближайшее задание-то? Блядь, далеко, конечно, сука. Здесь у нас что еще осталось? Второстепенно низкий уровень сложности. Тут дохуя еще что осталось. Средний. Так, а тут тачка, высокий. Высокий. Средний, средний, высокий, средний. Постоянно эти обновляются. Задание. Красивый подгон. Добраться до гаража у грузовой станции. Может, сначала сюда тогда доедем, блядь, что ли? Ну-ка. Ну, хуй я знаю. Тут, кстати, есть вон это граффити гребаное. Давай, мотоцикл вызываем, что ли. Надо в этой серии хотя бы доехать до туда. Тормози, блядь. Полтора километра, блядь. Стой, стой, стой! Ой-ой-ой, протаранил тачку, блядь. Надо до граффити хотя бы доехать, посмотреть, где оно там. Запечатлеть. Везде по всему городу разбой какие-то тут. 3 часа ночи уже, между прочим. Уже светает. Вот заебись, когда вот летом. Рассвет в 3:30. Блин, зимой просто это все угнетает. Просыпаешься — темно. Ложишься — темно. Ужас просто. Так. Какой-то разбой здесь. Я даже смотреть не буду. Пошли нахуй. Ну, граффити где-то здесь, прям рядом было. Мы обезвредить нарушители. Идите нахуй. А чё такое? Как? На другом берегу, блядь, находится даже. Тут вода-то есть вообще в этом канале? Там воды-то нету. О! Так-так-так, а где граффити? Вот это? Нет. Ну, сука, опять забаговал мотоцикл. Почему, блядь? Слушай, это, может, джойстик у меня мозги ебет? Нет, ну-ка, на джойстике работать будет? Нет, все, забаговал, блядь, мотоцикл. Да я хуею, блядь, просто. Не едет, блядь. Так, ладно, глянем, где граффити. Где оно вообще может быть тут? Ну... Опа, подожди, вот же она. Есть, карта Таро Сила. А это что такое? Это Панама есть? Уже? Так, подожди, блядь. Сохранимся? Да. Сейчас сохранимся и будем с ней пиздеть тогда уже в следующей серии. Я что-то не думал, что это она. Ну ладно. Все, с вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.